В московском метрополитене начал курсировать Дальневосточный экспресс. Он состоит из 8 вагонов, каждый из которых посвящен одному из регионов Дальнего Востока, в том числе и Якутии. Подробнее о новинке столичной подземки расскажут наши корреспонденты. Вагон, посвященный Якутии, вошел в состав Дальневосточного экспресса, который представляет все регионы Дальнего Востока. Он получился самым ярким, окрашен в красный цвет и украшен красивыми картинами с изображениями символов Республики Саха. Запуск необычного экспресса приурочен к Дням Дальнего Востока в Москве. Мероприятия, как известно, проходят с 8 по 16 декабря. Дальневосточный экспресс будет курсировать на одной из самых напряженных линий московского метрополитена – Таганско-Краснопресненской линии. Предполагается, что за 2 месяца, а именно столько будет продолжаться эта акция, он перевезет более 2,5 миллионов человек. Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей Родины, больше жителей России знали о том, что Дальний Восток – это прекрасный край, что он развивается, что сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, которые приходятся на территорию России, идут на Дальний Восток. Что уже 4 года Дальний Восток развивается с темпами в 2 раза выше среднероссийских. Там создаются новые предприятия, тысячи рабочих мест, что туда можно приехать, получить гектар земли, можно найти работу, и что там прекрасные люди и прекрасная природа. Москвичи и гости столицы узнают о перспективах жизни на Дальнем Востоке, о том, как развиваются регионы. Более подробная информация дается о так называемом «Дальневосточном гектаре». Татьяна Черемкина, Вадим Ганкевич, НВК Саха, Москва.